100 лет со дня образования отмечает Общероссийский профсоюз работников государственных учреждений. В Северной Осетии в честь знаменательной даты состоялось торжественное мероприятие. С вековым юбилеем поздравителей профсоюза поздравил председатель правительства республики Таймураз Тускаев. Он вручил почетные грамоты отличившимся деятелям организации. Среди них и председатель Общероссийского профсоюза Николай Водянов. Добавим, основные задачи профсоюза, как и прежде, охрана труда и здоровья работников учреждений. У нас у всех, у органов госвласти, всех уровней и у профсоюзов различных уровней задача одна – это социальное благополучие граждан. И дай нам Бог здоровья и сил решать эффективно эту задачу. С праздником вас, дорогие друзья, и мирного неба над головой. Год для нас знаменательный. Официально 100 лет существования нашего профсоюза, который был в нынешнем виде, в 18 году организован. Это организация, которая, основываясь на нашей конституции, которая защищает существование профсоюзов, на законе о профсоюзах. Если вас что-то беспокоит в этой жизни, вы хотите изменить условия вашей работы, условия отношений с работодателем, приходите в профсоюз. Но это не какой-то взаимопомощи организации, это инструмент, который дает вам в руки возможность действовать, защитит вас в правовом поле. Если вам что-то нужно, приходите и работайте.